На заседании штаба Мытищинского отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» подвели итоги уходящего года. Также обсудили участие юных патриотов в масштабных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции это станет шествие в колонии «Бессмертный полк», вахты памяти, поисковые операции, различные патриотические акции и конкурсы видеоработ. Но это планы уже следующего года, а в самое ближайшее время юнармейцы напишут новогодние письма военнослужащим. Наши юнармейцы будут писать действующим военнослужащим в части, новобранцам срочной службы поздравления. Надеемся сделать приятное ребятам, которые находятся на службе. Также начнется подготовка к смотру строевой песни. Кроме того, на заседании обсудили шефские связи регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил с мытищинскими юнармейскими отрядами. На территории Мытищ таких отрядов 15, это более 250 человек. Ряды юнармейского братства регулярно пополняются во время торжественных празднований памятных дат. Дарья Ильинская, Олег Степанов. Информационная программа «День».